то, что я тебе говорил. Ну... Потом все делать внутри, лучше сделать новую Украину, только уже с нормальными людьми. Поумнее ее сделать, потому что жила же раньше как-то. Жили, да, же... для этого надо, чтобы вы вышли в парламент. А чтобы на ваши места не засунули каких-нибудь ахметовских там или тарутинских долбоебов. Да. Ну, то есть ты, что говорит-то первый по поводу всего? Первый говорит, что это очень хорошо, и он будет поддерживать, но должна инициатива изойти от вас, что вы должны сказать, что доступ до регистрации, что не надо в Киев ездить. Вашим мажоритарщикам подавать документы. Ну и, соответственно, все, и мы тогда, вы проведете там выборы, и все будет признано. А давай, а чё, почему нет? Да? Ну подумаем. А чё этот мудак-то тебе там все выебывается, да выебывается? А ты квартал, завтра смотри, квартал по 1+1. А чё там будет? Ты не понимаешь, что там будет. Чё там будет? Ну, со среды 3 концерта квартала идут. Среду, четверг, пятницу, сегодня 3-й концерт. Но там пиздец, его размазали. Мне сейчас, конечно, неплохо было бы получить от тебя вот эту всю историю как-то. Ну, я могу тебе по интернету скинуть, в принципе. Да, я Тимуру тогда скажу, он в понедельник тогда выйдет. И по вашему каналу это все прокрутится. Ну, конечно. Как бы, чтобы не было там передавать через кого-то, я не очень, видишь, хочу. Не-не, не надо передавать, по интернету можно скинуть. По интернету скину ссылку, а там... Да. Да, а еще знаешь, что может быть? Может организовать с этим товарищем, вот то, что вы помнишь, что да, у кого интервью. А по скайпу по сможете интервью? А мы дадим журналиста, да, он будет записывать по скайпу у него. Давай. Да, чтобы он подтвердил, сказал, да, я этому подумал. Но он же скажет все как положено. Что скажет, я тебе гарантирую. Он скажет даже лучше, чем надо.